Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги и друзья. Подходит традиционное время нашей встречи. Июнь, белые ночи. В этом году мы решили не просто встретиться, в этом году футбол в Санкт-Петербурге. Поэтому мы перенесли время. В этот раз у нас будет начало июля. Но при всем при этом хочу сказать, что наш город не менее прекрасен и в июльское время. Мы со своей стороны предлагаем вам не только дружескую встречу, но и очень интересное профессиональное общение. В этом году к нам приезжают наши японские коллеги, профессор Сана, профессор Хёнг, Киношита Такахира из Японии. Мы обсудим все вопросы, посвященные касающиеся рака желудка, хирургических моментов, наблюдения, диагностики. Нами будет выполнена живая, так называемая, хирургия, которая в этом году будет транслироваться в формате 3D. Модераторами выступят, как я уже сказал, профессор Сана, профессор Киношита из Японии и профессор Хёнг из Кореи. Я очень надеюсь, что мы сможем обменяться с вами мнениями. Российские коллеги покажут, чему они научились, и мы чему научились за последние 2 года. Мы обсудим технические детали. Хирургам всегда интересно посмотреть на технику. Кроме того, в этом году будет большая сессия, посвященная колоректальному раку. Она будет касаться концепции watch and wait. Приезжает королева этого направления. Я сейчас имел в виду Анжелита Габргамму. Я думаю, что всем будет интересно. Всем будет интересно услышать новости. Всем будет интересно посмотреть друг на друга. Мы вас очень ждем. Двери наши открыты. Надеемся, что мы расстанемся с вами с ожиданием следующих белых ночей и в хорошем настроении.